Всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Продолжаем с вами... Soccer Kid продолжаем, короче, херачить. Вообще, четкая игрушка. Ах ты сука. Это мне та сюка, которую я хотела засучить в прошлой серии, в конце. Так, у нас уровень с пляжем каким-то. Так, что там, далеко летаешь, сука, недалеко летаешь. Soccer Kid у нас. Есть чекпоинт. А, нет, хоть конец уровня, отлично. Первая зона прошла. Прошлась. Хорошо, давай. Так, что ты так музыка играешь стрёмно? А, так, я не забыл, карт... А, здесь типа три карточки на уровне или что? А я, смотри, 4 взял на том уровне, как и писали. Да что ты так резко делаешь, пацан? Вот он что-то так резко вот делает. Когда вот подпрыгивает, у него очень резкое управление. Так, хорошо. Что там у нас чемпионат мира? Все нормально, да? Вы не думайте, что я, если чемпионат мира, то просто начал эту игрушку проходить. Нет, не думайте так, что типа футбольная тема, потому что чемпионат. Да мне на чемпионат это пофигу вообще, кто там выиграет, кто проиграет. Сука! Вот это будет сложно. Кто там выиграет, кто там проиграет. Эта игрушка у меня была по списку, так что я ничего не знаю. Какой там чемпионат, какой у вас там проходит. Че это? Ты кто? А ты кто? Слышь, я тебя, блядь, вообще ебал. Да, еби... А чё его нельзя бить-то? Сука, а чё это, кто это за придурок? Я даже не пойму, что там нарисовано. Ай, блядь. Я даже не пойму, что там нарисовано на нем. Чё это такое? Какой-то этот... Чувак с мечом. И он как кого-то хуя меня бьет. Зачем, его можно завалить или нельзя? Да блять. Это вообще что за херня? Это я не пройду. Ай! Сука. Ладно, уебаем от него. Нахер. Да вот он, почему ты такой резкий, когда, блять, с этого меча гребаного спры... Да едерить твою мать, хорош меня бить. Сука. Так, кто ты так... Да ты, сука, ты видишь, он не может меня пропустить. Тварь. Так, нахер эти все бутылки. Так, там камень. Ты чё, ждешь меня? Сука. Да, за что ты зацепился-то? Так, хорошо, там камни какие-то, херня. Давайте я потихой прям буду идти. Потому что что-то здесь... Чё ты отвалилась-то? А, класс. Да, ну, блин, прыгни, а, прыгни. Квадратик. Окей. Пиу. Ну, отсюда нельзя. Да можно сюда, ну-ка, опусти мяч. Вот ты, сука, резкая падла. Там что-то есть. Да ну, вот как попасть-то, ну? А что ты не попадаешь, алле? Алле, блядь. Сука, он пидор. Ха, а как я должен туда вам допрыгнуть, если оно отпадает, даже при том, что я даже не успеваю подпрыгнуть? Оно просто чисто сразу отпадает. Что за ацтеки или кто это такие, египтяне-то, что не убиваются вообще? У них, короче, здесь страж какой-то, который бессмертный. Да хорош, ну ты чуть-чуть. Тут надо просто не двигаться, когда прыгаешь, и все. Так, опять эта хуйня. Ага. Сыпы. Так, там птичка эта грёбаная, сука. Надо ее заебенить. А как выше подбивать мяч? Это... А, вот. Подожди. А ну-ка. Ага, окей, понял. Наверное. Там что-то прыгает, какая-то рыбка или что? Стрелы? Ну ладно. Окей. Так. Стрелы. Опять стрелы, да? А где карточки-то? Воу! Ты бьешь? А что ты бьешь? Ты почему бьешь-то? Он же не должен бить. Он ударил меня. Сколько я карточек взял? 3 уже, да? Страшно мне, отвечаю. У меня одна жизнь осталась.
А я собираю, блядь, фрукты. Колбоёб. Спасибо, 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 спасибо. Сохранились. Быстро. Так, тихо. Чё это? Мяч. Застрял на дереве, видал? Ха. Вот чё это с тобой делать? Упырь. Что с ним делать, с вот этим ублюдком, который гоняется за мной? Да ты сука! Как ты так быстро-то? Да... Идиот. Да... Ты... Я... Ты... Там зазор такой был, видал? А он, блядь, меня достал. Так, у меня вариант. Как его завалить? Как его убить? Его можно как-то убить или нет? Вот у меня просто вопрос такой чисто. Закрадай. На. Нельзя. Можно! А, сука! Можно его завалить! Только он сначала у него получается бессмертие, один удар. Он тащит один удар, а потом... А, он вратарь! Стопудово он вратарь, я тебе отвечаю. Если он тащит один удар, а потом у него... пропускает все подряд, блядь, прям на буцу! Так, а внизу что? Стоп, а ниже еще можно, что ли? Да ну нахер. Ха, подожди. Ай, блядь, нахер оно мне надо было? Прям по роже. Да это пиздец, короче, какой-то. Надо переигрывать, да? Да что ты... Опять он со своими вот этими рывками. Да, по жопе прям заехал. Так, где... Блядь, чё я не сохранился-то? Я ж прошел этого идиота. Я ж прошел вот этого вот ублюдка. На! Сука. Я же его прошел, чё я не сохранился-то, а? Пацаны, кто мне скажет? Я что-то хотел просто вот тут так, это, пройти, а потом, думаю, сохранюсь, а потом меня что-то птичка это выбила. Я думал, вот эта карточка, это, блин, оказывается, содовая. Или что это такое? А! Опять чуть не попал на этот шип. Ладно, давайте не будем тупить. Вот здесь. А, сука, и затупил сразу же. Раз. 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 Хорош. Так, ладно. Там что впереди? Впереди нас камень. Так. За ним. Ага. А там наверху что-то есть. Сундук. Бей его нахуй. Да, блядь, ногами, не ногами, блядь, мечом бей. Жизнь. Хорош, отлично, так. Спокойно. Так, я здесь не допрыгну, да? Ну да. Здесь не допрыгну, а зато здесь допрыгну. Там есть карточка. Так, не напрыгиваю. Ага. Окей. Так, вот тут сохранюсь, потому что там отваливаются эти части. Там еще стрелы эти. Меня подставили. Так, есть карточки. Для чего только карточки, не пойму. Блять. Ну ты сука, ну ты падла, ну ты тварь, ну ёб твою мать, откуда ты взялась? Зараскотяна. Да, на. Давай, чувак, давай, дай, мяч. Мяч, ты так любишь свой мячик, да? Что ты прям, блядь, от него без ума. Есть, уровень прошел. Отлично. Да сколько здесь еще будет этих уровней-то? Опять пляж. Да ты скотина. Да ты, как ты достаешь-то, едить твою мать? Блядь. А я-то не сохранился. Где-то птичка есть. Ну ее нахрен, птичку. Все, погнали. Ну их нахрен. Птички, всякую херню, блин. Тут просто надо пройти. И все. Здесь не нужны очки, ничего не надо. Просто идем и все. Не достал. Ага. Встаешь, не встает. Достань на мяч нормально. Да едеть твою мать, блядь, сука, ёб твою мать, нахер. Короче, там ничего нет сверху и не идем туда. Спасибо. Я так и думал. Я так и рассчитывал. Да попади ты в эту херню, блин. Ну что ты такой, мудак? Вау! Сука, все равно зацепили-то, ну. Мотоперки эти ебучие здесь ездят. Да бочки, ну как так успеть? Тут здесь мало вида.
Здесь очень мало видно, очень сильно мало видно места, что вот кто-то едет на тебя. Вот как я знаю, что на меня кто-то там поедет сейчас? Не видно ж нихера. Сука, еб твою мать. Ты идиот? Так, что там, бочка будет где-то? Ага. Ладно. Ты видишь, сука, какая... Вот как он делает банихоп, блядь, на этом, на мопеде? Ты издеваешься, что ли, совсем? На мопеде банихоп. Power World Tonight. Сегодня. Я упаду? Сука. Так, что-то там ударил. Ладно, у меня одна жизнь, ничего страшного. Так, где-то и должен быть сундук с жизнями. Хорош. Блин, опять это ублюдка. Прям по башке. Тю-тю. Ой, это мяч. Я уже испугался. Думал, что-то летит на меня уже новенькое. Так, бочка. Ага, я знаю уже, что здесь будут бочки, прикинь. Мопед. Можно на мопед встать? Так, давай, короче, подряд. Нет, не так. Вот так. Эй, тю, тю. Вот так. Оп-оп. Тю. Карточка. В смысле? А что ты не допрыгнул-то до этого? Не, ну и мать ее так. Взял карточку! Блять! Уебок! Его же надо две... Его же надо два раза бить! Сука, ладно. Так, как же его объебать? Сука, еще один. Мяч не успевает просто вернуться, и пипец. Так, хорошо. Смотри, у нас там карточка есть, нужно карточку забрать. Ага. Бля, он дыры. Так, мне нужно еще выше. Да ну мяч. Да. Вот сюда. Так, и на край ставим мяч. Балансируем и берем карточку. Отлично, есть. Забрали карточку, для чего только она нужна, непонятно. Но, наверное, для чего-то нужна. Так, ну-ка давай сюда. Ну там ничего нет. Я допрыгнул до крыши, нет? Допрыгивает, в чем проблема? Почему там не допрыгивал? Кампи-чампа! В смысле, чекпоинт. Так, идем с мечом на всякий случай. Ах ты, сука, я знал! А что ты вот здесь не встаешь на парапет-то? Там он встает, главное, на парапет, а там не встает. Так, ну-ка наверх. Там птичка. Сука, я знаю. Я знаю, все знаю. А как ты сделал подкат? О, подкат можно делать. А им можно убить, интересно? Ну-ка, спокойно. Сейчас проверка. Подкат. Бля, никого нет. Сука, как всегда. Так, короче, хотел проверить, можно или не убить подкатом. И никого не было, как всегда, сука. Когда не надо будет, сейчас, блядь, толпа такая прилетит. Так, трусы. Трусы у нас прокатали нас нормально. Карточка! Карточка, ты для чего? Для чего нужна карточка? Оп! Оп-оп-оп-оп-оп! Там где-то бочка была, я ее успел отойти. Ну, муни-типио, муни-типуевау. Сука. Не, так этот не бьет. Да, дай мяч! Ага, жизнь-ка, хорошо. Ух ты, сука. Бо, головарь. Сука, головарь сейчас будет. Ой, музыкальный пидорас какой-то. Так, как тебя бить? Как его бить? Он поет. Как его бить-то? Ай, током ударил. Сука, на. Ой, тут говорит такие никчемные вообще просто. Ему там несколько ударов нужно мечом просто сделать и все. И вот сдох. Ну, футбол это, футбол, да, мощная штука, наверное. Там вырубает мечом только так. Ты же видишь. Так, смотри, второй этап мы прошли. А когда кусок кубка дадут? А что такое, зависло что ли, блядь? Черный экран, ничего не работает. Блядь.
Блин, только не говорите, что тут дальше нельзя поиграть будет. Ну что за херня, алё? Не работает, все зависит. Музычка только играет, и все, и до свидания. Сука. Так, а хорошо, а как его бить, чтобы он меня не ударил? О, бля. Идиот. Сука, дует на меня. Никчемная эта скотина. Так, сохранюсь вот так. Подожди, блин. А что такое? Дальше все, да? Бляха, вот только не говорите, что нельзя будет поиграть. Прикинь. Нельзя дальше, не пускает меня дальше. Что за херня? Не пускает. Кнопки нажимаю. Нажимаю кнопки, нажимаю. Черный экран, блядь. Пусти меня на следующий этап, сука. Сука, блядь. А чё, как делать? И оно тут что-то мигает, видишь, и все, и хана. Пауза не работает, телек не работает, оверхед. Нет, не пускает нихера, блядь. Короче, беда, ребятки. Наверное, придется другую какую-то версию качать и пробовать. Пропустит меня дальше или не пропустит, потому что это прям беда. Но это же нехорошо. Может, здесь понабивать надо? Опять, видишь, мигает и все. Может, какую-то комбинацию нажать? Селик, ну, пропусти меня дальше-то, иди твою мать. А ну, сейчас подожди, как там, F5, да? Нет, оно зависает полностью. Игрушка зависает, походу. Или F4. А, фреймлимит. А, там надо было просто дольше подождать. Понял? Гоу. В смысле гоу? Бонус. А, тут бонус уровень. А, бонус уровень какой-то у нас. Так, это не разбивается. Ага. Мяч, иди сюда, блядь. Так, надо это все разбивать. Да бей сильнее! Хотя... Бля, подожди. Ага. Хорош так. Чё там вниз показывает? А, мне туда надо. Так, у меня 30 секунд осталось. Блять, мяч, иди сюда. Пожалуйста. Так, а мне куда? Мне вот сюда. Да, блять, возьми мяч-то, сука. Вот он бесит. Да, блять, на... Да, блин, что ты не запрыгиваешь-то туда, жирный, что ли? А что дальше? А, вот сюда. Я Да что ты не запрыгиваешь-то, жирдёй, блядь, сука, ёбнутый. Под тебя сделан проход, блядь, а он, сука, смотри, он не запрыгивает туда, Ты идиот? Почему ты такой идиот? Объясни мне, пожалуйста. Он меня тупит просто. Жир. Да иди сюда, мяч! Да иди сюда, я сказал! Еблан, блядь. Иди сюда, сука, дурень! 12 секунд! Иди сюда! Есть! Чё? Я тут. Чё делать? Я пришел. Я молодец? Почему он не запрыгивает-то туда? А чё, я пришел и чё? Что здесь надо сделать? Вот я. Full time. Фултайм, чё фултайм? Пасворд тут тролливали. Хорошо, отлично, я думал уже все, игра зависла. Так, полетели какой-то дворец Тутанхамона. Не, не Тутанхамона, это как его назвать. Ух ты! Здесь, короче, этот, снег. Ой, здесь ничего не понятно вообще, белка. Белка! Сука, белка. Так, хорошо, убил белку. Нифига, тут ничего не видно из этих снежинок, етить твою мать. Дай, ну дай мяч. Танк! Мы что, в Германии, что ли? А ты что такое? Так, тут можно упасть. А как тут упасть? А как упасть ниже? А, и на X надо. На X надо нажимать почему-то, а не на квадратик. Там кто-то был. Там белка. Наверх подбей. Он мало меня ударила. Ладно. Ёлки, игрушки.
Блин, еще одна белка, да? А где еще одна белка? Здесь же два дерева. Ёлгрушки! Тихо, я потихоньку буду идти. Потому что страшно. Вот, сука, белка. Так, она как-то вниз запускается? Так, сука. Чё ты хочешь? Скотина. Да ладно, ну и нахер. А то она злая очень сильно. Так, идем вперед. На! А здесь кроме белок никого нет? Да, в натуре пока кроме белок ничего нет. О, чувак на горке скатился, видал? Ой, а тут так можно. Прикольно, а я и не знал. Ай, мячик продул. Чего там по этим, по карточкам? Я что-то карточку ни одну еще не нашел. Чувак не успел съехать. Хотел съехать, но я ему не дал. Вот одна карточка есть. Что там внизу еще было? Кстати, не проверил так подкат. Подкат не проверил, убивает он или нет. Так, тут что-то две птички прям. Нормально. Нет, не убивает, не успел. Так, а подожди, а вот это вот по шарикам можно прыгать? Можно, там какой-то Аладдин был. Стоп, пешечка. Сейчас, спокойно, сейчас мы птичку эту завалим. Ага, чтобы она нам не мешала просто. Нифига через себя, ты видал? Вот это ты мастер. Хорош, так. Хыч. А, это, я думал, Аладдин какой-то стоит. А это не Аладдин. Там еще один сундук. Ай! Только не говорите, что мне нужно сейчас тут будет выпрыгнуть как-то. Эть, эть, эть. Да, блядь. Да вот куда ты, той мяч, ну стой. Ага, тут я не пройду. Там никак я не пройду. Так, значит, как-то с другой стороны. Ладно, давайте на этом закончим, в общем, серию. Потом продолжим следующий. Допроходить. А можно эту штуку разбить? Нет, нельзя. В общем, игрушка прикольная, классная, мне понравилась. Короче, все, ребятки, всем спасибо за просмотр. Ссылка в описании под видео. Комментируйте. Всем до встречи в следующей серии. А, Soccer Kid. Будем спасать кубок дальше. Все, всем пока.